что ж, это опять рубрика «На пульсе Гершелёв». Я говорю опять, потому что у нас был перерыв на выходные, сегодня понедельник. И та же самая история, по 2,5 минуты на вопрос и на ответ. И я сегодня начинаю, да, с вопроса начинаешь. О том, не кажется ли тебе, мы много говорим весь день об отставке Саакашвили, что парадоксальным образом это, наверное, самое громкое событие в Украине, в некотором смысле связано с предстоящими выборами в Америке. Почему? Потому что Михаил Саакашвили точно выбирает, мне кажется, что он давно думал об отставке, но точно выбирает тайминг, что вот завтра день голосования, послезавтра мир узнает президента, все, этот информационный повод, забивающий все, уходит, и его отставка, его дальнейшая судьба становится едва ли не главной темой обсуждения. Ну, не знаю. Смотри, мне кажется, что, конечно, он не выбрал то время, которое хотел. Почему? Потому что сегодня, вот сегодня, когда мы сейчас с тобой в эфире, это тема номер один. А вот завтра, прости меня, ты идешь в ночь, да, с завтра на послезавтра, и уже как-то эта тема уйдет с Саакашвили. И я не думаю, что он верно выбрал, и мне кажется, допекло. Но если говорить о сути этой истории, то я хочу сказать, я тут комментарий написал, я сравнил эту историю. Вот, понимаешь, все говорят, все мне объясняют. Он увяз в интригах, ну, имеется в виду, так сказать, с Порошенко и так далее. Ну да, Мустафа Наим об этом написал. Да, и, значит, что прямолинейный, я бы сказал, пост. Да, вот Порошенко, он неправильно понял намеки, он не использовал... Слушай, это был человек, ну, есть, ну, скажу так, был на этой должности. Это был человек, специалист, которого пригласил Порошенко, и который мог стать, исходя из собственного опыта, там, и так далее, трактором, не знаю, как сказать, там, движителем, да, уникального эксперимента, который называется так, Саакашвили. Езжай в Одессу. Тебя устраивает Одесса? Вот тебе дорога, вот тебе порт. Реформируй. И это будет опытная площадка для Украины. И мы потом мультиплицируем то, что ты сделал. А мы все будем тебя поддерживать. Поэтому то, что произошло... Но ведь не поддерживали. То, что произошло, это проблема не Саакашвили. Это проблема украинской власти. Не знаю, Порошенко ли, я должен изучить. Я думаю, все понемножку. Все понемножку. Которые смотрели, и Аваков, и Опоблок, считали, сколько дает порт, долго взвешивали, и после этого приняли решение. Не, вот, значит, будем все-таки по-старому. Помнишь, знаменитое в фильме «Не бойся, я с тобой», как бы сделать все по-новому, чтобы оставалось все по-старому. Так вот, большая потеря для украинской государственности. Потому что это не использовать, это как будто, знаешь, Мерседес в селе. Да. Вот получился Мерседес в селе. Все, вот такая вот история. Завтра, наверное, будет развитие событий, а у меня к тебе простая история. Развитие событий будет еще долго. Еще долго. К тебе короткий вопрос. Америка, Америка, день до выборов. Ну, я буду краток. Значит, данные, которые были час назад объявлены. Значит, вот этот самый сайт 538, знаменитого специалиста по точным прогнозам Нейта Сильвера, шансы на победу Хиллари Клинтон 69,2% против 38% у Трампа. Но он же два дня назад наоборот все говорил. Ты помнишь, да? Не-не-не. Вот примерно так все было и говорил. Так, да? Да, да, ну, да, 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 да. Он предсказывает, что с точки зрения там, распределения этих самых пресловутых голосов выборщиков, она побеждает с результатом примерно 297 против 240, плюс-минус один голос выборщиков. А если бы было прямое голосование, то результат был бы такой в целом по Америке. 48,6% за Хиллари, 45,3% за Трампа. Небольшой. 3,3%. 3,3%. Кстати, я смотрел статистические данные по предыдущим выборам за много-много лет. Всегда перед началом
решающего дня голосования, он вот-вот уже скоро начнется, то, с учетом того, что у нас, конечно, разница с восточным побережьем в 7 часов, всегда было примерно вот так. Вот от 2-3%. В результате, кстати, очень часто победитель набирал гораздо больше. Хорошо, значит, помните, все уже, да, помните. Хотя, конечно, тенденция была последние 2 недели к тому, что разрыв сокращался. Выборы не сегодня в ночь по нашему времени, а завтра в ночь. То есть сегодня это не сегодня. Выборы, вот завтрашний день пройдет на европейской части и в ночь, и вот там встречаете господина Киселева и вместе с ним 28 человек, которые вам все это будут рассказывать. Рубрика «Гонопольский Киселев», ну что, так и есть. До встречи.